Здравствуйте, мальчики и девочки! Под этот бодрый гул забивателя свай с той стороны реки мы с вами прокатимся на этом чудесном колесе обозрения. А на входе нам выдали карту. Что за карта? Карта вот такая. Ой, какая карта. Круговая, да. То, что видно. Да, то, что видно с колеса. А вот и колесо само вблизи. Очередь, так, давай, набиваемся. Там чувак всех рассаживает в кабинке. Видите, отдельные гейты, ворота для каждой. И одновременно несколько кабинок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук сразу грузится. Тут все красиво, со светодиодиками. Там типа кафешка. Страшные звуки какие-то сзади. А здесь народ довольный, рассаживается. А те, кто уже сел, ждут чуть-чуть выше. Сейчас нас посадят, тоже кружок провернуть. Не кружок, а такой небольшой кусочек, чтобы остальных посадить. И будем сидеть там ждать чуть выше. Что, поехали? Поехали! Поехали! А куда едем? А никуда не едем. Пока сейчас. Никуда. Тут у нас фонтанчики. Женщина с мобилой снимает. Это South Bank. Это основная набережная Брисбена. Там вот народ валяется. О, какое колесо. Так что мы как-то поехали далеко и высоко сразу. О, гляньте, какой у нас красивый город, а? Так сколько раз я уже снимал отсюда. Только, правда, это было снизу, а вот теперь будет сверху. Тут на нас дует кондиционер. Давайте посмотрим сверху на все на это. Это впереди у нас театр огромный. Мы тут Pink Floyd как-то раз с концертом приезжал, мы смотрели, слушали. Это огромный мост, по которому обычно мы сюда ходим. В общем, все как обычно. А вот какой вид, гляньте. Впереди бассейны. Это бесплатные, типа пляжа. Их там уже 3 штуки сделали. И для детей отдельно, и для взрослых 2. А там вот вдалеке торчат осветительные мачты. Это большой стадион Вулангаба. Тут пристани. Недавно здесь был салют. Был день города. Я вам показывал видео про него. Вот мы зависли сейчас на этой высоте. Видимо, выгружают, загружают там народ. Вы, кстати, в курсе, что на этом колесе есть даже для инвалидов въезд? Так что вас на коляске, на инвалидной могут сюда затащить. И вы будете смотреть на Брисбен с высоты. Там привезли явно школьников. Здесь очень часто это делают. Все школы выезжают куда-то, смотрят, показывают на экскурсии, в музеи. О, мы, по-моему, поехали. Да. Ну, а с этой стороны? Это Вест-Энд. О, это типа Хиповского района. Ну, поднимаемся потихоньку. Тут иногда ветер дует, это на меня кондиционер попадает. Вот надпись «Брисбен» как раз та самая знаменитая. Почему-то все любят вокруг нее фотографироваться. Сейчас явно там идет ремонт, огородили ее. Фу, мы на самом верху. Да, мы на самом верху. Ура! О, какая красота. Какая здесь высота? Ты знаешь, какая высота здесь? Надо посмотреть буклет. Вот, видишь, не знаю. И я не знаю. А, это гул идет от баржи. Там явно что-то делают. Вбивают сваи. Да, что-то строят. Наверное, будет пристань новая. Пальмы внизу. Красотища. Это центр города вообще-то. Здесь земля дорогая. Ну и народ не застраивает ее небоскребами.
они валяются на траве и смотрят на тех, кто вверху. А так выглядит арка, которая идет через весь Саутбанк. Не знаю, тут сколько километров. Вон там внизу. Едем, да. Внизу пикник устроили всей семьей. Мелкий, как муравей. Самая верхушка. Самая. Вот, ты на самой верхушке. Да. Ой, тут что-то строят интересное. Тут постоянно идут выставки, поэтому... Да, что-то будет новенькое. Да, каждую неделю что-то свое. И там вдалеке тоже. Ну, посмотрим. Тут очень прикольные значки, чего делать нельзя. Так, и чего делать нельзя? Нельзя выбрасывать телефон из кабинки, раскачивать, да. А ноги за дверь выставлять, облокачиваться на дверь. А вот самый нижний я вообще не пойму, что это. Непонятно. Но здесь можно даже получить помощь, включить-выключить кондиционер, освещение. Есть кабинки, в которых подают там какие-то кушанья, да? Да. VIP, да. Шампанское тоже. Вот. И здесь можно увеличить и уменьшить громкость динамиков. В общем, все, что хочешь. Все, закончилось путешествие. Сейчас нас будут выгружать. Что тебе, понравилось? Очень понравилось. Во. На выход. Прощай, колесо. Здравствуй, следующее приключение.